голубчики, которые... Алина, ну-ка скажи мне, как ты сыграла? В ничью. В ничью? С кем ты играла? С тройнок. С кем, с кем? Тройнок. А кто это такая? Ну, девочка. Подожди, нет, я не имею в виду туры. Ты сейчас где была? А, я играла с Гирей. С Олей Гирей, одной из сильнейших шахматистов. Так а почему ничья? Она тебе предложила, просто пожалела тебя, наверное, ты была без ферзя? Нет. Ты ее заставила, да? Ну, позиция была средняя, и ну, ни у того нет. Понятно. Ладно, хорошо, удачи тебе в будущем туре. Спасибо.